В отдел полиции по Уржумскому району обратилась местная 37-летняя жительница. Она сообщила о том, что стала жертвой обмана, познакомившись в социальных сетях с экстрасенсом. Она перевела женщине за услуги 218 тысяч рублей, основная часть которых была взята в банке в качестве кредита. После обращения женщины было возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска установили, что экстрасенсом является жительница Саратова, 1996 года рождения, цыганка по национальности. В ходе выезда в служебную командировку в город Саратов сотрудники полиции установили местонахождение этой женщины. За что задержана? За мошенничество. Что делала? Каким способом? Женщину по телефону, назвала деньги. Что ты ей? Сказала, что на нее порча. Ага. Сказала, куда перевести, да? Да, на телефон. Угу. Одну женщину обманула? Одну, больше ничего. Больше ничего, да. Понятно. А женщина что, только порчу снимала, или нет? Нет, хотела себе этого приворожить. Сделать, чтобы она с любовником была. Угу. Все. Ты ей помогла? Помогла. Каким образом? Ну, она же мне деньги отправила, все, и это моя помощь ей. Ага, все. Освободила от денег ее? Да. Понятно. Лишние у нее были. Куда деньги дели? Съела. Нет, серьезно. Да, проела и детям вещи купила. Истратила на личные нужды? Да.